Всем привет, сегодня я с трубы, мы смотрим YouTube Shorts видео. Давайте посмотрим на это. О, пресс. Люблю видеоролики прессом. Так, это все не нужно. Он купил из магазина. У него есть дома такие. Ого. Что это? Это дерево? Металл еще? Это металл? Это что? О! О! Прикольно. Прикольные. Так, вот делай домик из дерева. Не домик на дереве, а домик из дерева. Робот Амика впервые встретила свое отражение в зеркале и ее реакция. А таких же роботов нет. А не только в Китае, ведь в Китае есть всякие роботы, все такое. Вызвало шок у всех наблюдавших за этим инженеров. Андроид странно смотрит на свое лицо, пытается шевелить губами. Откуда у робота? А почему робот как человек? По-моему, робот всегда каждый день это одно и то же себя ведет. Всегда что-то не пойми, что делает. Не пойми, что. Да, вот. Ами улыбается и моргает, а потом делает вид, что злится. Более того, в какой-то момент ей предлагают прикоснуться к стеклу, чтобы проверить текстуру материала. Трудно сказать, был ли это испуг или изумление, но робот явно был потрясен, увидев себя в зеркале. У этого мужчины... И зачем? Лучшая работа в мире. Его работа очень проста. Ему приходится подстригать кусты по всему городу. На первый взгляд может показаться, что эта задача очень утомительна. Почему утомительная? Вроде легко. Трава же такая, он не может униться. Если бы я такой работе был, это было бы легко. Но если даже вы были на такой работе, это тоже было бы легко. Но просто посмотрите на живую изгородь и что происходит, когда он ее подстригает. Наблюдать за этим очень приятно. Мужчина делает это так аккуратно и ровно, словно в его глазах встроен... Ну и я так делала аккуратно и ровно, потому что на самом деле трава такая, чуть мощная. Поэтому если ты так медленно сделаешь, ничего не произойдет с травой. А если быстро-быстро, тогда все, она отрежется. Поняли? На линейка. Он продвигается по всему кусту, и посмотрите, с каким удовольствием он это делает. Его улыбка говорит о многом. Эта деятельность позволяет ему тренироваться и одновременно с этим зарабатывать деньги. Найди себе дело по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. Удивительно. А это что? Там написано Яндекс. Я вижу. Это робот? А, это машинка малюсенькая. Яндекс, машинка маленькая. А, я понял, все понятно. Давай, брат, работай. Нормально, погнал, вполне. Прикольно. Прикольный робот. Странный маршрут у тебя, конечно, какой-то. Не с той стороны препятствия. Да. У него-то очень странный маршрут. Погнал. Туда-сюда идет. О, мусорка, это музыка какая-то. Потому что я сразу увидел. Он скинул что-то туда. Опять скинул. Что-то эти винтажные часы из 70-х были разработаны специально для водителей, чтобы можно было смотреть время, не убирая руку с руля. Очень круто! Она же тогда же не увидит, что водители же смотрят прям в эту зеркало. Окно, поэтому они ничего не помогают. Они не слишком вверху. Не вот здесь вот. Что это делает? Давайте посмотрим. Он делает что-то непонятное. И что это? Весло? Копье? Ручка? Карандаш? Это карандаш! Я понял, это карандаш обычный. Все понятно. Ничего такого карандаша, это робот. Это обычный робот. А почему этот робот какой-то странный, его что-то...
я этот робот, короче, если что, как его вообще? Это робот точно. Ну это какой робот? Это робот-динозаврик, робот-человечек, робот-кто? Человек делает робота. А, вот, вижу, там в телефоне написано, понятно. Все понятно. Там телефон есть внизу, я его вижу. И это робот... Что это за робот? Кто это такой страшный? А это другое видео. Так. Он что-то делает. Это унитаз! Это унитаз! Это унитаз! Это точно унитаз. Да, это реально унитаз. Потому что... О! Вот это... А почему? Так. Это он цемент, этот бетон туда положил, робот бетона кидалка. Робот бетон кидалка. Не-не-не, это не робот бетон кидалка. Это робот, который бетон положит. Может положить, дайте. Может, эй, как этот робот назвать? А я сам не знаю. Потому что я не рабочий. Вот. Я вообще не рабочий. Поняли меня? Вот. Откуда я знаю? А что у меня есть попыт? Вот он. Смотрите, вот мой попыт. Видите? Это на каком языке? If he doesn't remove it soon, the roof will cave in and his home will be destroyed. Так, ну и что ты говоришь? Ну скажи. Не знаю, на каком-то языке, который я знаю. He uses a tall ladder and a shovel to push the snow down. Ну и что ты говоришь? Ну скажи по-нормальному. But it... На каком-то языке говоришь? На английском или на каком? Doesn't seem to budge. И что он делает? Ну скажите. He keeps pushing through the snow in the same area. Get... А я понял, он убирает на потолку снег. Getting deeper and deeper. Но почему он так странно делает, что он просто лопатой мог как землю как будто копает, но вверху, земля наверху как будто копает, вот так вот, оп, 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 и готово. Что он так не делает? Вот так вот нельзя, что ли? А вот так вот делает. Зачем? It all comes crashing down and takes out the electrical wire. How would you have taken the snow down? У этого парня самая лучшая работа в мире. На каждое Рождество он приносит эту гигантскую хлопушку ради одного момента в песне. Просто дождитесь, и вы поймете, почему он так любит свою работу. Зачем он любит? Потому что у него хлопушка супермоченная, да? Это что такое? Что это за хлопушка плохая? Она не работает. А, наверное, она наверх полетела, потом уже мощный был взрыв. Вот это да, кинетический песок. Это что? Непонятная штуковина. Яблоко, яблоко. Прикольно. А ты не мог его съесть? О, бесконечный двигатель. Ура! Это бесконечный двигатель. Возможно сделать бесконечный двигатель. А, не бесконечный двигатель. Он работает на проводов. Значит, там батарея. И все такое, можно греться. Если что, у меня очень классная мышка, но вы ее не видите. Она вот здесь вот, видите? Вот, вот. Если что. И что делает? Ну, понятно, ну, крутится, и что? Лампочка заработала. А, я уже это видел. Там Мамикс показывал, он бегал на огромном колесе. И там свет горел. Вот. Малюсенький такой. Но из-за того, что было много вольт, она нагрелась и взорвалась.
Время выключить компьютер. Ой, всем пока-пока. Нажмите лайчик и колокольчик и подписочка. Оно сам по себе закрылось. Ладно, пока.